Уважаемая мадам Кюни, уважаемые гости, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на концерте класса педагога Ирены Юрьевны Маракян. Бах, Мануэль де Мор, Нардян Бергинг Нампера, исполняет ученица первого класса София Григорян. Thank you.
произведение «Мелодия». Исполняет ученица 4 класса Мане Григорян. Thank you.
9, номер 13. Бах, хорошо темперированный клавир. Первый том. Прелюдия и фуга. Це мой. Исполняет ученица 4 класса, лауреат республиканского и международного конкурса Марьям Ташар. Thank you.
оркестром Сергей Хосеана исполняет Мариан Хащан, аккомпанирует Елена Маракина. Thank you.
Мне посчастливилось, когда я приехал 45 лет тому назад из Баку сюда, первый человек, который мне протянул здесь руку, это был отец Гарика Сергей Константинович Кёсан, чего произведение сегодня прозвучало. И я очень рад, что все те гены, которые у Сергея Константиновича Кёсана были, добродушно, всегда любое время помочь всем, перешли к моему дорогому другу Гарику, который, невзирая на то, что сегодня имеет всемирную известность, и он приехал после долгих скитаний, в Америке он приехал сегодня на свою родину, и сегодня в такой, казалось бы, обычный концерт, знаете, где-то в музыкальной школе на 4-м этаже он нашел время, чтобы сегодня присутствовать и радоваться тому замечательному произведению, которое сегодня прозвучало, произведение Сергея Константиновича Кёсана. Я также хочу поприветствовать сегодня, я не в курсе дела был, что сегодня у нас очень дорогая гостья, о которой сегодня здесь сказано. Вы знаете, концерт иногда, рейтинг концерта суть не по количеству людей, а по тем людям, которые 2-3 человека присутствуют. Я думаю, что присутствие дорогих гостей – это рейтинг, и на всю жизнь запомнится нашим дорогим сегодня детям и педагогу, который проделал большую работу. Спасибо.